Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в церемонии отправки 42 единиц нового санитарного автотранспорта медицинским организациям региона. В мероприятии приняли участие главные врачи центральных районных больниц, которым были переданы ключи, а также министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Новые автомобили были выставлены на центральной площади столицы республики. Часть из них прямо со столичной площади отправилась в отдаленные горные села республики. Вы знаете, что мы являемся участниками государственной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По этой программе нам на этот год выделено 158 миллионов рублей. Мы вот на нее будем закупать транспорт. Сегодня мы уже получили 42 машины, остальные будем получать до конца этого года. Мы уже заявились и на следующий год. Таким образом, мы будем делать, так сказать, техническую модернизацию в области здравоохранения. Глава Кабмина вместе с присутствующими осмотрели состояние автомобилей отечественного производства. Данный транспорт предназначен для транспортировки пациентов и медработников, перевозки биологических материалов и анализов, доставки лекарственных препаратов и других нужд дагестанских больниц и поликлиник, в том числе в трудноотдаленных районах региона. Получив ключи от нового автотранспорта, главный врач Гумбетовской центральной районной больницы Патимат Абдурауф Упова отметила, что еще один санитарный транспорт – это весомая помощь для оздоровления населения Гумбетовского района. Конечно, мы и раньше хорошо были снабжены автомобилем, но сегодня еще один автомобиль нам позволит быть ближе к пациентам, быть более мобильными, проявить более активно посещение пациентов. Если у нас каких-то обследований на уровне нашей больницы нет, мы сможем с соседними районами отправлять пациентов, обследовать, привезти домой. Даже на флюорографию, на те же анализы. Поехать по участкам, собрать население, провести профилактическую работу с целью оздоровления населения Гумбетовского района. В завершении встречи председатель правительства региона пожелал собравшимся медикам удачи и успехов в их профессиональной области.